Серафимы говорят: «Свят, свят, свят». Повторяя это три раза, они как бы подчеркивают святость Божью. Это святость не такая святость, которую мы можем достичь с вами здесь. Это святость, как эталон святости. То через свое послушание Ему ты будешь освящен. И это освящение продляется всю твою жизнь. Это процесс. Почему-то для Бога было важно, чтобы процесс спасения был мгновенным. Вот ты уверовал в Иисуса Христа, ты уверовал, что Он твой Спаситель, ты уверовал, что Он твой Господин в жизни, и что ты был безвыходен до этого. Ты спасен. Но потом всю твою жизнь Дух Святой будет исправлять, менять, обтесывать, формировать твой характер в образ и подобие Христа, если ты послушен Ему. Когда мы понимаем, кто есть Бог, когда мы понимаем, кто мы, когда мы благодарны Ему за этот дар спасения и за Его присутствие в нашей жизни, это дает нам возможность просить за других людей. Заступничество. Господь суверенен. Это значит всемогущий, всезнающий, Он контролирует все. Господь суверенен, поэтому живи уверенно. Господь свят, поэтому живи благоговейно.